Поступает тревожная информация. К нам в редакцию позвонили очевидцы и сообщили, что в одну из школ Иркутска пришло сообщение о минировании здания. На месте уже находятся сотрудники полиции и МЧС, а также кинологи с собаками. Они обследуют территорию. Помимо этого, Ирсити сообщила о том, что 10 января сообщение о минировании поступило в посольство Киргизии в областном центре. Но угроза после проверки не подтвердилась. Мы будем следить за ситуацией.